Ну что, вот мы выезжаем в Березино. Завтра планирую с утра ехать за мотоциклом. Так что такие дела. Посмотрим. Надеюсь, будет хорошее, получится сторговаться. Вот, девочка, посмотрим. А телефон в моей сумке? Вы не брали мой телефон? Никто не брал мой телефон? Спасибо, да? Я не брала. 8 утра, жду Виталика. Сейчас он должен подъехать. И поедем в Могилев смотреть Бикинга. На улице темно, прохладно. Вот Василий, что ты хочешь сказать? Пап, ты ставишь ночью камеру, чтобы она снимала, что Кэрри творит? Зачем? Ночью. Ну, чтобы посмотреть, что он творит. Балуешь. Воскресенье, сегодня 25 число. Вчера гоняли в Могилёв. Тут Валентин ходит. А вот бандит. Стоит, греется. Чтобы ему не было холодно. И вот Бикинг. Но дурно, я вчера немного проехал, правда холодно было. Я чутко прокатился, он, конечно, дурной. Больше 5000, уже немножко страшновато, но говорят, что он начинает ехать после 7. Дурной, он дурной. Но очень-очень волнует. Очень необычно. Здесь такой красивый, супер. Выход здесь тоже такой приятный. Поставил сидушку, хвост. Нету места для заднего пассажира. Вот. Вот второй комплект сидений есть для пассажира. Есть ветровик еще здесь идет в комплекте. И второй комплект зеркал. Здесь вот такие стоят. Прикольно. Ну, я вчера проехал, как бы... Довольно хорошо все видно. Думаю, наверное, эти оставлю. Они смотрятся хорошо и удобные. Вот. Единственный нюанс, как мне показалось, плохо заводится на горячую. Ну, есть подозрение, что, возможно, с аккумулятором. Ну, или я не умею просто его заводить нормально на горячую. Ну, посмотрим.